А на дворе который год? Уж 21 век. Сколько лет минуло с той поры, когда мы в бег монголов, французов, немцев побратили? Эх, сколько ж полегло тогда сыновей России? Ну, вроде после Второй мировой помирились, сотрудничать вместе договорились, во благо народа всех на земле стран. Но бросил нас судьба, нас биполярный капкан, и понеслось то Корея, то Вьетнам, Афганистан, то кризис кубинский, Европа пополам. Деньги все военки, так же жить нельзя. Надо как-то было перестраиваться. И чем это завершилось, мы, наверное, знаем все. Ну тогда тут думали, все, конец войне. Но не тут-то, братцы, и опять стрельба. Косово, буря в пустыне, в Африке весна. И что тут делать, скажите, конфликт на конфликте? То режим, то вера, то уран, то тритий. Много есть советов, много есть идей. Но выпускник и Муамифи ответит всех верней. И знаете почему? Потому что не жалея ни себя, ни своих сил, у профессора внутрейших знаний должных получил. Он владеет языками, знает право разных стран. Даже атомный реактор для него как барабан. Ситуации глобальные знают лоб выпускники. Кругозоры их познаний необъятно широки. Вот такая вот картина, и понятно вроде так, что без вас, ребята, в мире в этом не прожить никак. Дорогие выпускные, поздравляю от души. Жизнь теперь несете знамя славного Имомифи. Честь его вы защищайте, где б не бросила судьба. Ведь такая альма-матер на весь мир всего одна.